оптимизировать штат сотрудников и сократить затраты на жилищно-коммунальные услуги. В начале сентября, как раз в канун отопительного сезона, сразу два жилищно-эксплуатационных участка исчезли с сайта Мозырского райжилкомхоза из занимаемых площадей. Я считаю, что мы должны снижать затраты на жилищно-коммунальные услуги, тем более в преддверии, значит, повышения цены, ну, скажем, доведения до 100% оплаты за стоимости этих жилищно-коммунальных услуг. ЖЭУ-1 поглотила ЖЭУ-5. Правда, располагаться будет на Интернациональной 67 по старому адресу 5-го участка. ЖЭУ-2 объединено с 9-м ЖЭУ. Оно по-прежнему будет находиться на Ветровой 16, но зона обслуживания теперь значительно увеличится. В райжилкомхозе считает, что оптимизация не скажется на качестве предоставляемых услуг, ведь сократили только управленцев. Это не предполагает, скажем так, снижение, уменьшение количества работающих рабочих, скажем так, специалистов, и не означает ухудшение качества предоставляемых услуг. Это касается, значит, объединения только, значит, оптимизации подверглись, скажем, руководящие работники этих двух же путем слияния. Телефоны и адреса участков вы видите на экране. Кстати, это лишь первый этап оптимизации. В будущем, если экономический эффект будет оправдан, сокращение может коснуться и других участков. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».